Александр Шадычнев рассказывает и показывает председателям многоквартирных домов, как работать с программой ГИС ЖКХ. В ресурсных центрах промышленного района на практике идет обучение алгоритмам действий на этой электронной платформе. Там ничего сложного нет, просто внимательно все смотреть по разделам. Главное, чтобы войти через госуслуги в систему, зайти в свой личный кабинет. Там система, она все прекрасно все представляет. И внимательно, еще помочь надо человеку, чтобы алгоритм его понимал. И все просто достаточно. Платформа ГИС ЖКХ – это часть проекта «Мой дом», который в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Задача проекта – правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Кроме обучения работе с программой, для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН и активных граждан проходят семинары, на которых горожане получают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативно-правовые акты и бланки образцов заявлений. Кроме того, жители могут обратиться за помощью в ресурсные центры. В промышленном районе Самары их 4. Наши передовые председатели МКД, то есть они научились после семинаров, как самим руководить и управлять домом. И я считаю, что эти же семинары дают возможность более сплотить жителей, самих собственников жилья, потому что это собрание, это решение всех коммунальных вопросов, это благоустройство, то есть все решается совместно с жителями. В промышленном районе Самары 1549 многоквартирных домов. Практически во всех есть председатели. С начала работы проекта «Мой дом» обучение прошли 683 человека. Еще 811 пройдут его в этом году. Кроме того, по просьбе председателя МКД и неравнодушных граждан будет увеличено количество обучающих семинаров. Следующий пройдет уже 30 августа. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.